Здравствуйте! Сегодня 7 марта. Я продолжаю продавать картины возле своего дома. Погода сегодня не очень хорошая, поэтому картины все я обернула в стрейч-пленку, чтобы на них снежок не попадал. У нас немножко... моросит таким не дождем, а такой крупой снежной. Ну, я думаю, что картинам не очень тут страшно, потому что они завернуты. Погода такая тепленькая, снег подтаивает. Ну, вот в чем недостатки уличной торговли, это погода. С утра так было и моросило, и ветер немножко хлопал картинами. Сейчас вроде ничего. Вчера я продала одну картину, так что вчера у меня была выставка-продажа, сегодня пока еще только выставка. Завтра праздник, сегодня короткий день у всех, будем ждать покупателей. Снег пошел. Уже сейчас обед, 12 часов, еще пока только выставка, продажи сегодня еще не было. Ну, зато подходят мужчины, все веселые, предпраздничное у всех настроение, шутят, поздравляют с праздником. Сказали, что женщины провинились в этом году, потому что снег пошел. Я говорю, да красота такая. Пусть хоть и снег. А какая разница? Ну, вот так. Так что, девочки, кто-то накосячил. Пока дождя нет, буду стоять. Картины все закрыты, и мне страшно. Интересно, на эту картину вот посмотрел один мужчина и сказал: боже мой, какая пластмассовая вода. Представляете? Ну, может, и правда пластмассовая. Я ему говорю, ну, пластмассовую воду ведь тоже надо суметь нарисовать, правда ж? Все могут нарисовать воду, а вот пластмассовую, может, и не все. А как хочешь, становись. Я решила взять интервью у своей подружки Валентины. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам мои картины? Расскажите, что вам нравится? Мне нравится. Вот природа нравится, звери, вот природа, ягоды. Ягоды красивые. А еще, а цветы ты любишь, Валь? Цветы люблю. Любишь? Вот природа какая. Ага. Осень красивая. Осень красивая, да? Мне очень нравится. Валечка, а ты ж у меня тоже картины покупала, да? Много. Много. Сколько ты покупала? Любуюсь. Какие у тебя там? Я покупала у меня... Три, наверное, у тебя, да? У меня две природы и одна там... Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Спасибо. Игорёчек, как тебе мои картинки? Посмотри. Супер. Да. Тебе нравится, как я рисую? Конечно. Конечно. Лес спасибо. Лесень какая стоит красивая. Сейчас же к празднику. Ромашки. Нет, цветочки. Ромашки. Мне больше нравится, когда с природой, с морем, не с морем, с речкой. Вот это. Сирень моя любимая. Цветы я обожаю. Вот, все красивые. Вот, пахнут хорошо. Угу. Заходи. Сирень, я обалдею от нее вообще. Вот, ну,
даже вот темная, там чуть такая сирень, где это самое. Ну ты же брала, у тебя и море, да, Валь, есть? И море, и море, такое, я рисовала такими мазками эти, море, там у меня в зале, не знаю, как они. Под обои такая, и там свечи. А, свечи, точно. И там это, по-моему, фрукты лежат. Ну да, да. Что-то там. Часы? Часы. Ага. Новым годом, обалденная картина. Это вот прямо, наверное, знаешь, что такое... Прямо очень вот тебе красота. Нравится, да? Я прям обалдею от нее. Я прям только захожу, у меня сразу раз, сразу в глаза. О, угу. Вообще красивая. Не знаю, арбузы красивые. Он черно-белый, это что, это Париж? Нет, это Санкт-Петербург. Санкт-Петербург? Ну вот, глянь, красота какая. Угу. Ромашки, глянь, с этим, в синем этом, красивый. А природа вот она, обалденная. Ну а как вот ты думаешь, что я вот возле дома вот такую выставку устроила? Как это вот? Ой, люди? Отлично. Да? Мне нравится. Ну не стыдно и продавать так стоять? Не, ну сейчас вот художник подошел, как-то так очень даже не лестно. Свой взгляд. Ну как-то так не лестно сказал. Ну лучше, чем ничего. Вот выразился человек-то. Ну, вот так вот, как-то мне вот стою, мне так что-то обидно его, прям стало. Если бы его картины висели. Ну, так его он пусть и висят на его доме. Он же ж видишь как. Ну, да. Не схотел давать интервью, хотела я его снять, он не схотел, видишь. Он и не даст. Сказал, что мне нужно поехать и походить на выставках, посмотреть, как другие люди рисуют. Спросил, где я училась, я, естественно, сказала, что нигде, в интернете. Ну и он меня навалял. Ой, да бог с ним. Да, к празднику. Праздник, ага. Пусть он зато. Я же у него спрашиваю, а вы свои картины продаете? Он говорит, ну, под заказ. Это ж такое можно ответить, что хочешь. Да. Человек скажет, что хочешь. А кто знает, что он художник? Никто. Ну да, может так вот поругать. Идет мужчина, останавливается, смотрит мои картинки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, спасибо большое. Нравятся вам мои картины? Вы что любите, цветы или города? Я все люблю. Все люблю. Это хорошо. Ну, мужчины как-то вот черно-белые, вот смотрите, там вот видите у меня, как-то такие больше вот выбирают. Да, как фотография получается. Спасибо. Красивая, ничего не стало. Все это труд. Ну, конечно, Валь, конечно. А без труда да. Красоты бы это и не было. Да. А то... Сейчас, что видишь, что погодка ты... нелетная. Погодка была бы такая потеплее. Хорошая, лен, снежок. Ну, да я имею в виду для цветов. Кто знает, что он художник? Никто об этом не знает. Да подойди какой-то гадость человеку, сказать и сделать это может любой и каждый. Это, ну, да. Хай попробует такое. Угу. Ну да. Нет, я же у него говорю, есть у вас свои там фотографии, хоть бы на телефоне поглядеть, какие он картины рисует. Ну видишь, человек сказал, что нет ничего, и пошел. Ну да. Всяких людей полно. Нет, хорошие эти картины. Водопад обалденный. Я их, видишь, пленочкой закрыла. Ага, молодец, Таня. То оно тут ну, снег, да, а может, знаешь, сейчас и дождик и польет, тогда соберу их. А те не закрыты, не? Не, все закрыты, все, да? Все закрыты. Она вот где-то пленка, видишь, уже и снег даже на пленке лежит. Да, вон. Ну, да. У Натахи в этом в спальне вот это три картины. Ну, пионы. Она же триптих покупала. Да, пионы, три у нее пионы вообще. Вместе. А на кухне висят вот у нее это самое природа осень. С балконом рядом. Это вообще моя, наверное, первая картина была. Ой, вообще-то. И зима у ней тоже еще. Я по уроку Сахарова рисовала зиму. Тоже она вот брала. Угу. Тоже не это сама. Валерки, наверное, не было сегодня. Нет, молодец. Ты вообще молодец, что ты этим занимаешься. Ничего сказать. Угу. Если я тебе могу, мне не дано это. Как я, Валь, да ты шьешь хорошо, видишь, ты ж такое можешь это да. Всякое вот это там мое, вязать. Там. Да, вот шить, это вязать. Мое, это... А это вот я даже. А у меня я шить, например. Могу только машинку, детям, колесики. Ну да.
Нет, половинка не падает. Ну, вот. Хорошо. Даже люди, может, какой не купит у тебя, Тань. А пройдет и просто смотрит. Ну, вот, конечно. Встань, посмотрел, получил ну, вот, удовольствие вот, и пошел. Вот с этого дома доктор подошел ко мне и говорит, какое вам большое спасибо, что вы выставку сделали. Какой-то? Ну, вот этот, что хирург. Пролог? Да. Ага. Он же приезжий. Да. Знаешь, а человек, когда с другого города приезжает, а тут у нас как бы городок маленький. И ему это уже вот необычность такая, знаешь, у меня выставка тут. Я поначалу тоже, когда шла, думаю, Тань, молодец, первый раз когда я не ожидала, Тань, знаешь, как, сейчас уже как-то привыкла ко ну всему да. этому. А тогда как увидела, ой, не видела такого, что после дома, ну, как выставки были. Ну, это да, прям, да. как-то аж прям душа вот так. Необычность. Она ж, вот сейчас зима как-то это самое, а летом там совсем по-другому. Ну она да. Она совсем по-другому смотрится. Да, да. Хорошо, да сейчас 8 марта тоже может кто-то это самое приобретет и то. Ну я вчера одну продала картину. Ну и что же, хорошо. Вот за 3 дня одну картину. Ну, все ж вперед. Конечно. Движение. Не ну, стоим на месте. Хоть нет. сама их потрясла. Знаешь, как достала залежи со своей, хоть поглядела на сейчас них, купишь, а то уже да. позабывала, какие они есть. Красок подкупишь. Ага, я заказала через интернет краски да? себе. Угу. А я тоже тебе чехол жду. На телефон? У меня Натахин чехол, но ей можно задарю. Ну да, да. А себе еще выпишу. Ну, а денег нашел. Да, ну. Сейчас мне еще праздников. Эта картина, Тань, море. Еще не унесла домой? Да. Тут еще до сих пор на работе. Надо же все это самое. Рамку и надо. И там маленькая стоит. В общем, 3 рамки надо мне. Я никак не повешу. Я ее хочу прям, как заходишь в спальню тут, угу, диваном повесить, угу. эту большую. Прям, не знаю, может в этом. Ну да. Летом. Тогда не будет, может, за квартиру там платить много. Одинаково. Одинаково, да. У меня, видишь, газ, я зимой плачу больше, нет. а летом поменьше. Квартира одинаковая. Так что. Угу. А снег идет. Ангелочек какой. Это ж ангелочек, да? Ангелочки. Да, ангелочки там. И вишня на кухне обалденная, вишня. Угу. У меня на кухне тоже без рамки радиковая нарисована. Ну, я там ангелки тогда рисовала, Наташа, наверное, да? А у Радика в комнате, а у Рената своя. Ну, еще не стоит, поставила так, это, ну, возле кровати, там на окне. Не дошла, ну, в общем, не определиться, куда это. Ну, прибивать, да? Там же, что у них идут стены, вот так, а потом вот так. И вот так ровно потолок. И вот эти были по 10 не ровные, угу, знаешь, угу. а то вот эти как-то не поймет, как повесить их, понимаешь? Угу. И ниже на эту напрямую повесишь, это же маленький уже сдерет. Ну, конечно, ребенок еще маленький. До 3 лет там же да. У нас так были вот так почерчены все эти, все стены, докуда доставал. Чертит не чертит, а... Как тебе сказать, на диван залазит и нашел там чик. Обоины отрывает. Там вот это ее эту пионы эти белые. А, понятно. Фотообои большие. Ну, нашел. Знаешь, люди останавливаются, видишь, посмотрела Вовка тоже. Классно. Для дельфина. Семейка. Ага. На этом. Они так вроде и темноваты, вот дельфины здесь кажутся, а дома нет. вот они нормально. А тут как-то, да, мне кажется, как синего много слишком. А вот эти? Ага. А вот эти посветлее вот, надо. Смотрю, а, ты там. Те, что прыгающие. А. Те светлые, да. Ну, а эти вот как-то темноваты. Эти-то в воде? Ну а да, там возле дна, дна почти. Часово. Кто там? Ленка. Да. Пойдешь? Ленка, магазин почасово. Магазин, ага. на рынок. Ну да, пусть гулять. Так, ну ладно, Валентина, спасибо тебе большое за отзыв. До свидания. Ну вот, сегодняшняя продажа моя подошла к концу. Я сегодня ничего не продала. Сегодня 7 марта. Сегодня у меня была выставка.
Настроение, конечно, мне немножко испортил художник. Как-то так скупые люди на похвалить. Почему-то поругать очень не скупые, а похвалить жалко. Ну, значит так. Значит, есть повод подумать, что надо позаниматься. А может, и не стоит задумываться над его словами. Я у него спросила, как вам мои картины. Он сказал, что это лучше, чем ничего. Не знаю, как это может быть так? Ничего, ведь это ноль. Да. Надо быть готовым ко всяким проявлениям эмоций. И к радостным, и к таким, наверное, которые не очень радостные. На этом я с вами прощаюсь. Унывать мы не будем. Будем рисовать еще больше. Назло врагам. Может, это зависть, правда ж? Пусть завидует. Раз ему так хочется перед 8 марта женщине насолить. А с вами я прощаюсь. До свидания. До новых встреч. До новых картин. И до нового хорошего настроения. До свидания.